Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, и добро пожаловать в нашу новую серию. Сразу хочу извиниться то, что эта серия будет у нас без камеры, но, ребята, честное слово, у меня сейчас нету вообще желания. То есть я почему-то такой уставший, что можно с ума сойти, это во-первых. Во-вторых, я сижу тут потный, грязный, я не знаю, как у вас, ребята, но у меня уже тут под 35-40 градусов, ну 40 нет, 40 вряд ли, так, знаете, 30-35 градусов жары, я уже прям тут с ума схожу. А ночью, если честно, иногда еще больше бывает жарко, чем днем. О, нифига себе, как мы Вульпикса прокачали, замечательно. Поэтому, ребята, в этой серии нам еще 8 нужно Блисси убить. Помните, в предыдущей серии мы убили 11, потому что там босс потом заспавнился, и мы убили 11. Почему меня так... О, нихрена себе! А я думаю, почему меня так глючит? Во, вообще другое дело. Офигеть, я вообще с ума там чуть не сошел. То есть, ребята, еще раз извиняюсь, то, что без веб-камеры, но честно, у меня даже кровать не застелена сзади. Я сижу такой уставший, у меня вообще ночь, ребята, поэтому я прошу прощения. Но сами поймите, что я думаю, вам тоже не будет приятно смотреть, какой я тут сижу никакой, можно и так сказать. Так, а зачем я вообще сюда пришел? Не знаю. Милтанка можно уже заменить, сейчас мы Вульпикса эволюционируем быстренько. В этой серии мы также выполним заказ одного из наших подписчиков. И не знаю, ребята, кстати, вот, все-таки я нашел вот ту шахту, и как я вам сказал, я сходил в нее без съемки, чтобы не затягивать, чтобы вам мозги не парить и чтобы просто-напросто лишний раз не ходить в шахту. Поэтому, ребята, я вот это сам добыл. И, кстати, вот что я еще добыл. Silken Tofu, оно как бы тоже вроде выпадает с этих листьев, ну не листьев, а знаете, вот с этих, как это называется, кустиков, да, которые на земле. То есть они вроде оттуда выпадают, и вроде все, что я хотел вам сказать, да. То есть мы сделаем бэкпак. Наверное, вот это все бы нужно было выложить. Нет, давайте сначала сделаем бэкпак, ребята, потому что это жопа просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как делается бэкпак? Так, сейчас, ребята, дайте-ка я посмотрю. А нужно сразу вот это все в бэкпак большой поскладывать, потому что действительно очень много вещей. Угу. А вот это как? Ага. А сколько нам нужно? 8, да? А сейчас, ребята, мы быстренько это заба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А вот так. Да, я надеюсь, нам хватит. То есть нам нужно... Ух, а что, нам даже не хватит, ребята? 7, где-то вот так, допустим. Охренеть, так нам еще даже не хватит. Вот что-то я затупил. Почему я так мало набрал, добыл? Вашу мать. Ладно, ребята, сейчас, секундочку. Так, ребята, ну вот еще немного паутинки, вот еще и тут валяется. Так, давайте вот сюда, вот сюда, вот сюда. Сколько нам там нужно? 1, 2, 3, я надеюсь, вот сейчас хватит. Если не хватит, жопа. Вот, 8, как раз 8, как раз замечательно. Опа, это что там было? Ладно, сейчас это все пережарить. Вот так, ребята, еще раз скажу, что извиняюсь за камеру, это во-первых, во-вторых, я как-то, честно, немного поленился вот этих выгнать людей из музея, которые уже давно не комментируют, но все же я постараюсь сделать это в следующей серии. В этой серии, в принципе, я не знаю, вообще мы выложим 2 покемонов, еще Смиргла докачаем, потом Клиффери займемся, еще Кинга нужно сделать будет, если вы понимаете, о чем я. И, в принципе, в этой серии мы... О, давайте в этой серии сходим на болото немного поохотимся. Мне кажется, это будет круто, потому что один... Это, ну, как один? То есть, нам нужно... Как я говорил, нам нужно на болото сходить, всех покемонов словить. Нам нужно... А какой цвет? Лимон? Какой там у нас есть цвет? Бэкпак. А хрен его знает. Зелененький лайм. Хрен его знает. То есть, нам нужно сходить еще... Сейчас, дайте секундочку, ребят, я посмотрю.
Красненький можно? Допустим, вот сюда. А, то есть, ребята, нам еще нужно сходить в болото, нам еще нужно сходить в это. О, красный. Нам еще нужно сходить в джунгли. Короче, нам нужно еще пройтись по всем биомам, чтобы наконец-то словить как можно большое число покемонов, да, и чтобы, наверное, уже на этом мы закончили охоту, и только нам осталось прокачать покемонов, чтобы мы это сделали как можно быстрее, и закончили сезон, чтобы начать новый сезон с новой версии. Мне кажется, это будет действительно классно, как я опять смотрю. Вот смотрите, вот эти паскуды, вашу мать. Это вы мне тут вагонетку туда-сюда гоняете, сволочи. Ладно, смотрите, ребята. Точнее, вот так. Вот тут мы будем складывать вот эти все ресурсы. То есть, смотрите, сюда мы будем складывать вот это. Вот так. Отсюда мы будем забирать, потому что, опа, это нужно выкинуть. Отсюда мы будем это все забирать. И в этот бэкпак склад. Давайте еще вот это сюда пока что выложим, чтобы больше места в инвентаре было. Вот так. Отсюда мы будем забирать, туда будем выкладывать. Мне кажется, это будет как раз очень-очень-очень замечательно. И как, в принципе, спасибо тем, кто мне предложил вот эту идею, потому что действительно очень удобно. То есть в одном бэкпаке у нас будут вещи, которые нам необходимы. Да, вот, например, ножницы, вот это все. Это будет как бы у нас необходимые вещи. А в другом бэкпаке у нас будут вещи... Ой, это нет. Ну, похоже, да, на какую-то еду, но это с Пиксельмона. А в другом бэкпаке у нас будет только еда, только вот эти все итемы для нашего ресторана. И вот только вот там мы будем вот это все хранить. И мне кажется, действительно будет круто, потому что мы не будем так путаться. Да, нужно вот отсюда что-то взять, но тут как бы сюда не остается, тут мало места. Ага, значит, нужно вот туда все понести, там вот это сохранить. И знаете, всегда ходим просто засранным, извиняюсь, что так грубо, но все же ходим засранным. Сраным инвентарем, и это не очень круто, потому что действительно мешает. А, так, давайте вот это все тоже будем выкладывать, чтобы больше места у нас было. Яички тоже можно выкладывать, тогда отсюда, в принципе. Ну, хотя пока что пускай будут вот тут. И вот это. Ой, это тоже нужно сейчас выложить. Тут что-то. Ух, тут много чего у нас дозрело. Кукумберы, капусточка. Что там с нашим кофе? Опа. Ребят, я хочу кофе в этой серии попробовать. На ночь глядя, да, кофе. Но все же, у кого ночь, у кого день. Так, давайте вот это нафиг выложим. И сейчас быстренько сгоняем домой, выложим вот эти все вещи. Точнее, эволюционируем Вульпикса, выложим Милтанка, потом Найнтейлса. Опа. Ай, твою мать, такой выбор. Я не знаю, близи. Ладно, ребята, идем за Лидианом. Он все-таки легендарный, я не знаю. Может быть, за Блисси нам. Ну, опыта бы 1000000% бы больше дала, я согласен. Но может в Лидиане, то есть с Лидиана нам выпадет что-то, ну, полезное. Я, конечно, в это уже не верю, но. Ну как не верю. То есть сейчас с этих итемов все, что нам выпадает. А, нет, нам нужен мастербол, нам нужен паркбол, ребята, точно. У нас же еще есть легенды, которые нужно словить, а у нас остался только один мастербол. Это, ребята, очень хреново. Ну нападай, ладно, так уж и быть. У нас остался один мастербол, ребят. Это очень плохо. Потому что. Ну как мы дали. Булдор, легендарный босс. Я бы тебя. Вот чем мы только не успеем туда докопаться, как ты уже пропадешь, паскуда. Я знаю, ну вот эти ваши прикольчики, это всегда так. То есть, ребята, мы сможем словить только одну легенду. Это, если честно, очень... Точнее, очень не очень, потому что... Ну, мы словим только одну легенду, на остальных у нас, к сожалению, больше не будет болов. А обычными болами, ну, вряд ли мы ее словим, грубо говоря, вряд ли мы ее словим. Вот видите, как всегда, то есть мы копаем прямо на него, а его тут нету. Ну вот, может, где-то он вот тут, да? А, ну давайте. Опа. Главное, не убей нас, пожалуйста, да, ребята? Мы же тебя очень просим, чтобы ты нас не убил. А этим как? Нет, этим слабенько. Ну что, Балдорчик, 96 уровень. Ну как, да, в принципе, большой уровень. Он еще и легендарный босс. Это практически самый большой босс. Там еще вроде остался только вот этот... Ага, так, остался вроде только ультимейт или какой там босс. Так, сейчас быстренько вот это все поскладываем. Много чего тут нам выпадало. Это сюда. Замечательно. Так, домой, ребята, выложим вот это все. Нет, я уже думал, еще утро. То есть шахты как-то, знаете, так смотрятся, как будто утро. Но нет, еще пока что не утро.
Милтанка выложим, Смиргла прокачаем в этой серии, еще два уровня ему осталось. Если сейчас успеем, то может еще сгоняем. Лучше всего, знаете, куда мы сгоняем? А давайте лучше всего сгоняем на Бишарпов. А, потому что, ну, есть шанс, конечно, то, что мы перекачаем вот этого Смиргла, да? Я не знаю, у него есть еще эволюция? Хрен его знает, нужно будет посмотреть. А во-вторых, мы сэкономим Блисси. Вот так. Или да вашу ла-ла-ла-ла. Нет, не вот так, а вот так. Ага. Я уже не надеюсь, что кто-то заспавнится. Я уже просто иду на остров, чтобы докачаться. Вдруг параллельно, знаете, заспавнится кто-то. То есть я уже не иду сюда, чтобы словить, потому что меня уже это задолбало, если честно. Ну, ему осталось два уровня, ребята. Не так уж и много. Если вот на таких 40-45 уровней его прокачивать, мне кажется, это даже будет очень быстро. Вот он уже 39. Фу. Так. Есть тут кто-то еще? Есть, конечно же. Говорю, ребята, да вашу мать. Нужно как можно быстрее просто-напросто всех словить покемонов, а потом все, что нам останется, просто их прокачивать по порядку. Потому что мы так уже будем знать, что, ага, у нас есть все покемоны. Ни хрена себе. То есть у нас есть уже все покемоны, все, что нам осталось, это просто их прокачать по очереди, да? Мне кажется, это будет действительно круто. Ну давай. 31 уровень. О, ни хрена себе, Пикачу, там 40 уровень и никакой бегает. Так. Не так, Пикачу, извиняюсь, прости. Прости, Пикачу, я не хотел. Так, это... Нет. Вот так. Кстати, хочу сказать им людям, которые мне говорят, что вот, мол, Эдисон, нахрена ты будешь тратить мастербол на Мьюту, если ты можешь просто словить Мьюту в обычный бол, так же, как и Фосил делается. Ребята... Кто не знает, то есть, да, Мьюту делается в машине, да, то есть вот тот клон машине, как и, например, Фосил Покемон, ты запихиваешь туда Фосил, он потом там вырастает, ты вставляешь туда любой бол, и он залетает в тот любой бол, да, и как бы там сохраняется, можно и так сказать. Но, к сожалению, Мьюту не так. Кто не знает, ты делаешь Мьюту в машине, если тебе удалось склонировать и не получился Дито, а получилось Мьюту, получился Мьюту, то он не останется там в машине, что ты сможешь туда кинуть любой бол, и он залезет туда и как бы станет твоим. Нет, к сожалению, это не так. Ну как, может даже не к сожалению, может это больше интереса вводит в игру. То есть он вырывается с машины, он как бы ее разрушает и вырывается наружу и становится как будто обычным бегающим покемоном. И тебе его нужно просто-напросто, ну, обычно словить, да, так как ты ловишь других покемонов. И поэтому, ребята... Ваши варианты, что вот, сохрани мастербол и слови там Мьюту как Фосил Покемона, к сожалению, они не работают, потому что это не так. Но все же, ладно. Лугия, ладно, Кёгр. Я запарился. Тентакруэль. Ну я бы тебя запинал, если честно. Ты легендарный босс, это очень круто. Да, если бы я тебя сейчас нашел, а может это вот ты... Где-то вот тут, что ли? Нет. А может вот тут, что ли? Нет. Хрен мы его сейчас ловим. Точнее, хрен мы его сейчас найдем. А если мы выключим шейдеры? Вот он. Вот он, ух, них. Да, зря я на него напал, если честно. Он уж прям очень какой-то жестокий оказался. Ладно, иди ты в пень. Опа. Ну, я не знаю, ребята. А у нас сейчас, давайте вылечимся. Да вряд ли тут мы уже кого-то найдем. А давайте лучше домой возвращаемся домой. Так. Быстренько давайте, знаете что, чтобы не затягивать, давайте быстренько пойдем, убьем 8... А, нет, сейчас, секундочку, ребята. Так, ребята, как я знаю, у Смиргла нету эволюции. Что мне, как мне известно, Клефа не спавнится в этой версии. Ух, ребята, я даже не знаю. Клефа — это первая эволюция Клефери.
Потом Клифф Эйбл еще идет. Но я не знаю, то есть Клефа не спамится в этой версии так же, как не спамится Магби. Я не знаю, почему они так делают, но, к сожалению, Магби не спамится, его даже нельзя спаривать. Или Кит тоже не спамится, но его можно спаривать. Кто там еще есть? Или Кит... Манчлакс тоже не спамится, но можно спарить вот этих Снорлаксов, и получится Манчлакс. Но, как я знаю, Магби нельзя, и мне кажется, Клефа тоже нельзя. Поэтому, ребята, небольшой такой опросик. Можно ли, чтобы я себе взял покемона Магби, чтобы мы потом сделали Магмара, и потом мы сделали Магмортара, и чтобы я себе взял Клефу, потом мы сделали вот Клефери, как сейчас, но только уже сами. Это во-первых, и чтобы мы потом уже сделали ее Клефейблом. Мне кажется, будет интереснее, если мы вот это все сами будем делать, это во-первых. А во-вторых, у нас будет заполняться Покедекс, а так не будет, потому что вот этих Клефа, ну, наверное, не спавится, ребята. Поэтому это очень плохо. Поэтому, наверное, ребят, я сейчас у вас как раз прошу, можно ли, чтобы в следующей серии я себе взял Магби, чтобы я в следующей серии себе взял Клефу. Мне кажется, это не будет читерски, потому что брать тех покемонов, которые не спавнятся, мне кажется, это прям, ну, логично в какой-то степени. Фу, ну, в этой версии, в этой серии, ребята, давайте мы уже эволюционируем Вульпикса. Замечательно. Нам еще нужно убить 8 Блиссий сейчас как можно быстрее, чем мы выложим вот этих трех покемонов. И сделаем быстренько заказ нашему подписчику. Он заказывает кактусовый суп и жареную черепаху. Офигеть. Черепаху это просто сделать, просто-напросто ее пожарить. А вот как кактусовый суп сделать? Ребята, я не знаю. Суп. Нет, суп. Кактус. Вот, я где-то видел. Ага. А, то есть обычный кактус и исток. У нас там... ребята, мы разберемся. Ну, черепаху, допустим, берем одну, да? Это берем, да? Ну, давайте сначала выложим покемонов. Нам нужно выложить трех покемонов. Давайте быстренько их посмотрим. Ой, так. Шайни Милтанг. Опа, 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 бум, пи-пи, пу-пу-пу. Там у нас боссик, как видите, как-то мы караулим прям боссов. Это вообще Блисси. Вашу мать, я думал это... Ух ты меня на... Ну, вы поняли, что он меня надурил он меня. Я думал это Блисси. И все же. Любой босс дает нам шанс, что выпадет что-то путевое. Я надеюсь, да? Это не всегда так. Да, вот видите. Не всегда так, к сожалению, выпадает то, что мы хотим. И давайте, ладно, как мы уже тут, давайте быстренько заберем себе один кактус. Я не знаю, кому понравился кактусовый суп. Ну, ну ладно, мне не жалко. Кактусовый суп, знаете, я как-то не хочу, не горю желанием его кушать. Поэтому держите, любимые мои подписчики. Хоть кактусовый, хоть там, не знаю, травяной какой-то суп. А мы будем кушать какой-то мясной. Так, ладно, давайте еще дальше посмотрим. Ninetales и Смиргл. Я вроде как знаю, у него нету эволюции, но я, может, ошибаюсь, но фиг его знает, ребята. Смотрите, четвертый бокс у нас уже идет Милтанг на место Скорупи, Ninetales на место Оникса и Смиргл на место Тропиуса. То есть, смотрите, у нас практически уже докачан четвертый бокс. В пятом боксе никого нету, что можно туда переместить. Ну, вроде нет, тут вроде все еще не прокачанные. Ну что, ребята, быстренько идем, убиваем 8 Блисси, прокачиваем Скорупи, прокачиваем Оникса, прокачиваем Тропиуса. Я не хочу пока что трогать Клефейри, потому что, как вы знаете, я в этой серии у вас спросил разрешение, да, то есть можно ли вот это... В следующей серии взять покемонов, и поэтому я пока что ее не буду трогать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, сейчас. Так, это сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Замечательно. Так, 9, 10. Вот. Ну, в принципе, да, за предыдущую серию, за эту... Но нам нужно, мы можем убить только 8 Блисси.
Ну что, ребята, поехали, давайте быстренько вылечим нашего крутого перца, нашего лидера. В принципе, ему еще осталось 22 уровня, и все, у нас будет новый лидер. А кто у нас будет новый лидер? Ух, я даже не знаю, новый лидер у нас, ребята, наверное, будет Дратини, как мы договаривались, или... Да, давайте сначала Дратини, а потом Мьюту. Хотите ли вы, ребята, видеть Мьюту как лидера команды? Но это будет после Дратини, наверное, потому что, ну, как бы, еще Мьюту нужно сделать, но мы потихоньку начнем делать вот эти все... ну как его, машины, да, которая там нужна что для клонирования. А, ну ладно, 7 6 6 6 6 6, не перекачай, пожалуйста. 5, замечательно, не перекачали. 5, сейчас, ребята, дайте я быстренько убью. 4. Так, сейчас, 4, 4, 4. Знаете, что в следующей серии мы Кинга уже сделаем, и Шайни, между прочим. В этой серии я не хочу уже делать, давайте что-то какого-то короля, да, как если переводить, сделаем в следующей серии, мне кажется, будет круто. В этой серии, в принципе, это еще место, точнее, время будет занимать. Если, например, в следующей серии вы мне разрешите 3, да, вы мне разрешите, я выдам себе Магми, я выдам себе... Клафу, или как она там называется. И также мы сделаем новую эволюцию, это Кинга, да? Мне кажется, реально будет круто. Что-то оставим на следующую серию. 2. Ну, уровни тут, конечно, не очень. 1. И все. Давайте еще вот так. Все, 34 уровень, замечательно. Вот было 23 уровня, ой, было 23 уровня для нашего крутого перса, сейчас 22 уровня осталось, чтобы, ну, он был максимум прокачанный, да? Да вот это, твою мать, там такая поляночка была прям ровная, я бы мог спокойно на него накинуть, но я смогу также сейчас, то есть не проблема, но все же ты на нас не очень вовремя напал. Так. Ну, 4 новые вещички, которые мы потом сможем заплатить за наших Влисси. Фу, ну что, ребята, давайте быстренько сделаем человеку кактусовый супчик, сделаем... А что он еще там просит? Кактусовый супчик и жареную черепаху. А лечу я домой за тем, чтобы взять кучу угля, потому что... В нашем ресторане нету угля в печках, то есть печки пустые, а нужно их заполнить. А как я помню, мы добывали кучу угля, и уголь сейчас у нас валяется, да, ребята, видите, сколько у нас тут угля, и, в принципе, мы им даже не пользуемся. А у нас же кирка зачарена нормально, мы можем там скопнуть, знаете, там парочку угля, у нас там прям стаки будут переть вот этим. Я просто так смотрю, знаете, Стиликса вроде в этой версии еще нету, поэтому эволюционировать мы его никак не сможем. А в следующей серии, ребят, смотрите, план на следующую серию мы сделаем. Так, мы бы в этой серии сделали, прокачали нормально так покемонов. В следующей серии мы, если мне опять лень не будет, но я уже постараюсь, чтобы не было лень, мы... Да твою мать, что за вот эти невидимые стены? Мы, ребята... выгоним людей, которые уже перестали комментировать, и также мы пойдем на болото, а потом после болота мы, наверное, пойдем куда-то. Видите, ребята, кто-то со мной играется с этой вагонеткой, а после болота мы пойдем, наверное, в море, потому что в море у нас еще, знаете, есть несколько покемонов, которые нам нужно словить, за исключением легенд, вашу нафиг эти легенды. Так, это сюда. Черепашечка. Супчик, я не знаю, что тут нужно. Кактус нужно, и одна черепаха нужна, да? Замечательно. Смотрите, выкладываем черепаху, она жарится. А как сделать кактусовый супчик? Ага, сток. Где сток вот это? И один сток. Пока делается тот, мы сделаем наш супчик. Кактусовый супчик. И черепашка. А кто это заказал? У нас заказал, сейчас вы, ребята, увидите, кто у нас заказал этот супчик. Так, ну что, включаем гейммод. Вашу нафиг.
Ну, в принципе, вот сейчас, ребята, вы уже можете видеть, кто заказал супчик и кто заказал, что там еще, черепашку, да? Так, вот замечательно. Сейчас бы вот это убрать, чтобы у нас ничего не пропало. Точнее, вот так мы сделаем. Это сюда, это сюда. Это сюда. Вот так. Это сюда. Это так. Да нет, не, нет. А в принципе, точно, сейчас, ребята. Ага, ага. Сюда. Вот так. И у нас заказал The Sanchos Gamer. Санчоус. Санчоус. Ну, давайте. Санчоус. Что он заказал? Черепаху и кактусовый суп. Давайте вот так напишем. Замечательно. Это сюда давайте поставим. Это сюда. Ой, нет, это сюда. Сюда, сюда. И это мы себе оставляем, знаете, чтобы не тратиться, чтобы два раза там вот это все не делать. Мне кажется, будет как раз вот так круто, если мы просто возьмем с гейммода, поставим, ну, эти, вот это и вот это мы сделали как бы своими руками, а вот что мы сюда в рамки поставили, это как бы, ну, мы сделали, чтобы два раза не делать черепаху, чтобы два раза не делать салат, точнее суп, и, в принципе, поставили, и все, у нас уже вот это готово. Ну, все, ребята, то есть... Человека, которого, который заказал, я показал, заказал. Мы прокачали достаточное количество покемонов, сделали бэкпак, и у нас уже есть план на следующую серию. И, в принципе, вообще план на сезон это как можно быстрее словить всех покемонов, прокачать, и чтобы уже заканчивать вот этот сезон и начинать новый снова версии, потому что там охренеть сколько всего добавили, хоть и немного покемонов, но всякие обновления, украшения и вот тому подобное. Фу. Ну что, ребята, давайте на этом заканчиваем. Не забываем, что новая серия выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Не забываем также вступать в нашу банду крутых персов. Все, что вам нужно, это просто на меня подписаться. Я буду вам очень благодарен. Также вы станете частью нашей неотъемлемой семьи и банды. Я буду очень рад этому. И еще раз извиняюсь за то, что нету веб-камеры, но я уже вам объяснял, ребята, думаю, что ничего страшного в этом нету. Вы меня простите, да? Ребята, простите, пожалуйста, что не было веб-камеры. Ну и все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.